Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я пожарю в масле калачки творожные. Значит, я заведу тесто. Здесь у меня килограмм турака. Турак вот такой хороший он. Его не надо ни мять, ни толочь. Он прямо такой хороший. Мягкий и однородный. Значит, что я делаю? Ой-ой-ой. Возьмем соли. Посолим обязательно. Дальше я разобью сюда 3 яйца куриных. Желтки-то какие желтые. Так, я разбиваю. Дальше я беру сахарную пудру. Ну, сахар, но я взяла сахарную пудру. У меня тут было сколько там, не знаю, грамм 300, но даже добавляю это все. Вилочкой или венчиком можно перемешать это все дело. В бочках нету хороших. Порошок. Но все равно подомнем маленько вилочкой. Что я хотела в цельниках, а потом думаю, нет. Жарю-ка я калачка. Подомненько я не делала. В общем, хорошо, я тут разминаю это все. Творожочек, а тесто будет много. Целый килограмм. Творог магазинный. Не домашний. Можете взять любой жирности. Карамотеть. Какой творог? Так. В общем, достаточно хорошо я перемешала. Какая у нас масса получается. Так. Дальше я беру. Здесь у меня манка. Я буду добавлять туда манку. Сюда я насыпала разрыхлитель. Вот. Немножко потом еще добавлю манки. Там будет мало. Обычно разрыхлитель перемешивается с мукой, но у нас так. Я взяла манку, я перемешала это все и будем высыпать. Так. Перемешиваем и еще добавим манки. Ну, я даже не знаю, сколько манки. Я там смотреть на глаз буду все равно. Оно еще постоит, манка набухнет. Где-то мне, наверное, грамм 200. А сейчас еще добавлю, это мало будет. Манки-то наши. И еще добавляю. Чтобы оно потом не прилипало. Ой, того порошку там много у нас. Ну, в общем, я перемешаю это все и поставлю. И пусть она стоит, манка пока набухнет. Минут 40, наверное. Полчаса 40. Обязательно, чтобы она набухла так. Ну, потом будем собирать тесто. Греть масло. Крутить калачики и жарить на растительном масле. Сейчас это хорошо перемешаю. Чтобы жидкое, творог-то жидкий не был.
то потом собирать тяжело ему придется. Будет к рукам лопнуть. Так, беру я наше тесто. Выкладываю, оно еще жидковатое. Я его выложу на муку. Так вот. Какое у нас липучее. Оно липучее и надо. Где-то у меня включила я конфорочку. Только мне там с маслом рится. Значит, поехали. Собирать будем его. Так, аккуратненько. Прилипать будет, но ничего страшного. Так. Будем колобочки катать. Надо было однокормить с самого начала муку добавлять. Ну ладно. А что теперь? А мы и ту добавили. Так, сейчас я ручки помою, пойду. Прям неудобно. Такими руками. Еще добавлю температуру. Оп. И пусть греется. Так. Поехали. Опять же у меня болты неровные. Не поменьше, где побольше. Поменьше сделаем. Большие. Большие толстые. Большие толстые. Меньше немного будет, тоньше. Thank you.
И у нас будут калачики. Калачики. Прилипучие. Прилипучие калачики. Сейчас поглядим, что у нас там творится. Оп. Сколько много теста у нас получилось, конечно. Еще маленько пойдем закидывать. Сейчас прямо прилипает где-то к рукам. Прямо что вот что делается. Пуха. Где, где мука разлетается? Где турами? И на трепухе мука. Разненько. Сейчас глянем, что у нас там. Что у нас там? Что у нас там? Что у нас там? Происходит. Опа. Вот еще. У нас еще мало нагрелось. Быстренько накатаем и все. Тихо, тихо. Так. Тесто мягкое, прилипучее. Самое главное нам этих калачиков нагнать, а потом быстро зажарится. Налепить, накатать. Ты порвал-то у меня. Худенько. Худенько. Все. Пойдем. Пойдем. Худенько сейчас нашарим.
что? Поехали. Поехали. Оба. Процесс идет. Так. Процесс идет. Жарится. Здесь будем делать дальше. А то они сейчас махом, сейчас я пойду их переверну. Так. Вот тут у меня один тип. Вот. Ну еще масло обжарить. Делать-то похолото. Пусть жарится, короче. Дальше катать. Катаем. Что там делается? Сейчас. Пятик. Посмотрим. Масло щипутин еще жарится. Здесь. Еще один нужно было закинуть. Масенький. Прыгай. Видишь, как хорошо прыгаешь. О, и я в тем муке, трепуха. Thank you.
все-таки выкладываю. Самое первое. Все, пойдем дальше. Вот так мы будем продолжать это дело, пока это все у нас не закончится. Все, пожарила я калачики на одной тарелке, я посыпала, значит, сахарной пудрой, другой так. Я попробую. Они мягонькие, посмотрите, какие хорошие, мягонькие, такие вкусненькие. Можно даже не сыпать сахарной пудрой, потому что я сахарную пудру. Ну, кто послаще любит, тот может. Ну, вкусно. Мягонькие, посмотрите, какие. Обалдеть. Все, дорогие мои. Всем приятного аппетита. Пока-пока.